Здравствуйте. В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях начальник отдела управления уголовного розыска ОМВД России по Рязанской области Захаров Дмитрий Борисович. Здравствуйте. Добрый день. Не только в Рязани, да и во всей России происходят случаи мошенничества. Казалось бы, это такой умирающий вид преступления, или это совсем не так? Это совсем не так. Если брать блок преступления против собственности, то мошенничество, его доля неуклонно растет. Если брать 9 месяцев того года, то в Рязанской области, я имею в виду, составляло около 15%. В этом году за те же 9 месяцев уже 22%. То есть мошенничество – это, наоборот, развивающийся вид преступлений. А какие бывают виды мошенничеств? Ну, чисто для себя мы их делим на два основных блока. Это контактные, когда преступник и жертва непосредственно общаются между собой. И бесконтактные, или еще называть мобильное мошенничество, когда преступник, ну, он же жулик, разводит, такой сленг уж приемлемый, вот, разводит жертву на расстоянии, то бишь по телефону, через компьютер, ну, или каким-то другим бесконтактным способом. Давайте поговорим о контактном мошенничестве. Как не стать его жертвой? Тут, в принципе, ответ-то простой. Если только начинают интересоваться вашими финансами, деньгами, бегите от этого человека как можно дальше. Вот. Видов мошенничества очень много. Естественно, нельзя сейчас про все рассказать. Но если брать наш регион, то я назову, наверное, наиболее такие распространенные виды мошенничеств. Ну, перво-наперво, это, естественно, под видом соцработников различных служб. Газовые службы, водоканал. Схема действия простая. Человек представляется, проходит в квартиру. Как правило, это пожилые люди. У нас получается самый незащищенный слой населения. Вы, извините, и память не та, и реакция не та, ну и головой уже немножко проблемы. Будем откровенны. Вот. Как правило, дверь после этих людей не закрывается. Пока первый, кто вошел, отвлекает жертву, там, ну, проверка вытяжки, проверка водяных счетчиков и что-то. Сообщник проникает в квартиру и похищает средства. Вот. Возможны варианты. Например, один человек якобы провел какие-то работы, ну, скажем так, бабулька, с тебя 500 рублей. Вот. Она, естественно, идет, достает деньги, тем самым показывая преступнику, где у них хранят средства. Вот. Подыскивая момент, преступник похищает эти средства и уходит. Вот. Ну, для нас, у нас в Рязани самый распространенный способ. Вот. Также можно к этому отнести и соцработники, когда, ну, к примеру, приходят под видом каких-то государственных структур, говорят, вам положена компенсация. Вот у меня, например, есть. Вам положено 500 рублей, но у меня сдачи нету, а только 5000. Давай, ну, бабушка, дедушка, сдачу. Человек опять идет, достает сдачу, показывает тем самым преступнику, где находится средство. И тут опять различные варианты. Если денег у человека нету, только сдача, оставляется ему якобы 5000, забирается сдача, человек уходит. При проверке эти 5000 оказываются поддельными. Как правило, это банки приколов, которые продаются в любом ларьке. Вот. Ну, если у человека еще там есть денег в заначке, то, соответственно, преступник пользуется моментом и пытается похитить их. Не все, конечно, у них удается, но, как правило, у них получается. Какие еще там, ну, самые распространенные? Это, пожалуй, снятие порчи. Опять же, кто у нас попадает под линию риска? Старушки, да, которые встречают на улице, а у всех у нас есть проблемы. Мой бабушка, на тебе с глаз порча, надо снять. А откуда у нас все беды? Конечно же, от денег. Поэтому неси, бабулька, все золото, все деньги. Я сейчас их заговорю, и мы их снимем с порчу. Вот. Как правило, бабульки приносят, отдают, там при них платочек, кладет деньги, золото, заворачивает, шепчет, отдает. Бабулька, 3 дня надо, чтобы все это сработало. Поэтому отходишь только через 3 дня. Как правило, открывая через 3 дня, там оказывается, что вместо денег? Бумага. Вот. Как правило, работа тоже в паре. То есть одна начинает тормозить, порча, тут же появляется другая. Ой, я вас узнала, вы мне так помогли, вы вылечили, ну, к примеру, моего сына от алкоголизма, это меня спасли от какой-то болезни. Соответственно, бабулька уже начинает верить. Ну, как же, раз одной помогли, значит, и мне помогут. Соответственно, это тоже психологический прием очень действенный. Такой вопрос, а действительно ли можно за что-то осудить таких цыганок, ведь отдают им деньги добровольно? Ну, естественно, это же мошенничество, взамен-то ничего не получают. Вот. Это вот если брать снятие порчи. А газовщики тут уже как на двояк ситуация. Начинается как с мошенничества, а заканчивается банальной кражей. А это уже уголовная статья, кража. Вот, естественно, ловим мы их, ну, наказываем по мере возможности.
А как не стать жертвой таких вот газовщиков или работников соцслужбы? Ну, давайте поделимся, что, как правило, любая газослужба, водоканал, прежде чем начать какие-то работы массовые, дает объявление по дому. Будьте граждане дома тогда-то, будут проводиться работы. Если к вам внезапно пришли проверкой чего-то, ну, скорее всего, это уже будут мошенники. Во-вторых, у всех государственных структур, ну, официальных структур, есть при себе пропуска. Он уже удостоверение личности. Там фотографии с указанием фамилии, имя, отчество. Потребуйте. Они должны предъявить. А если связаться, допустим, с тем же ЖЭУ и спросить, высылали ли работников, так тоже можно? Или можно, это уже... Конечно, тоже можно. Вот. Ну, как правило, внезапных проверок не бывает. Их все предупреждают. Вы увидите объявление, будьте дома. Потому что, ну, им тоже невыгодно по одному подвалу ловить людей и проверять подъезд. Ну, желательно, чтобы уже за один день все обойти и все проверить. Такой вопрос. А бывали ли случаи, когда мошенники представлялись сотрудниками правоохранительных органов? Как правило, нет. Вот. Я уж не знаю почему, но, видать, нам реже дверь открывают, тем же газовщикам или водоканалу. Как ловят таких преступников? Ну, в принципе, тут ничего нового я вам не открою. Как всегда, начинается с места происшествия, с места преступления. Как можно больше улик найти, ну, в отношении того лица, что, кто это совершил. Потом идет кропотливая работа в состоянии свидетелей. Кто что видел, кто что может нам подсказать. Собирая по крупицам, ну, находим людей. Ну, плюс некоторые нюансы, о которых, я думаю, здесь не стоит рассказать. А, хорошо. А как часто удается расследовать такие преступления? Именно контактные мошенничества? Ну, контактные, с ними все-таки проще работать, поскольку лицо, которое совершило мошенничество, его видели, оно присутствовало, какие-то следы все равно оно оставило лицо. Вот. И я, ну, цифры не могу назвать, все-таки информация ДСП, а если брать в процентном состоянии, то таких видов мошенничеств, ну, чуть меньше половины раскрывается. А происходили ли какие-то интересные или необычные такие случаи мошенничества? Может быть, вспомните что-то такое? Ну, мошенничества не все своеобразные. Вот. А так, естественно, ловим мы. Ну, если не каждый день, то в месяц несколько групп мы снимаем. Допустим, в октябре мы сняли 3 цыганские группы. 2 наших, не рязанские, а с области. Одна была липецкая. И вот тоже по крупицам, практически уже на выезде с области их нам удалось задержать. Прямо на границе. Вот. Ну, ничего, поймали. Тут все зависит от того, как быстро мы сможем найти свидетелей, кто что видел, кто что подскажет, ну и дальнейшие действия. А какие-то сами способы мошенничества, может быть, как-то преступники представляются необычным образом или какая-то услуга они предлагают очень необычную, что-то такое прям из ряда вон, ну, или такого не было? Я, наверное, не вспомню. Поскольку чем обычнее способ, чтобы человек поверил, что это, ну, реально человек хочет ему якобы добра сделать, пришел ему помочь, поэтому они не извращаются. Как можно банальный способ, банальная причина, чтобы поверили, открыли дверь, впустили в квартиру. Давайте перейдем с вами к мошенничеству бесконтактному, мобильному. Что это за вид, что происходит здесь? Ну, не сказать, что это новый вид мошенничества. Довольно-таки уже давно известен, не меньше 5 лет. Началось, как правило, начали люди, сидящие в местах не столь отдаленных, которые по телефону разводили людей. Способы были разные. Первоначально это был как банальный способ, ваш родственник попал в ДТП. И чтобы решить вопрос, нужно заплатить деньги. Вот. Ну, переводить деньги на карточку. Либо на номер телефона, который потом кидался на телефон другой. Пути длинные. Вот, в итоге все равно они сидали где-то на карточке. Вот, и снимались деньги. Это было, с этого все началось. Потом этих мошенничеств стало неимоверное множество. Вот. Ну, самое, опять же, распространенное на нашей территории. Это если брать чисто компьютерное, это взлом страницы, я к вашему знакомому, и просьба денег от него. Помоги, дай денег. У нас, правда, народ доверчивый. Сначала вышли деньги, а потом спросит, дошли ли, а нужны ли тебе вообще не были. Как правило, на том уже конце провода говорит, да нет, я вообще-то не просил, похоже, страницу сломали. Вот, это, наверное, такой самый распространенный. Вот. Самый массовый, это, наверное, все-таки самый простой, купи-продай. По Авито. Ну, находите товар, либо на Авито, либо на каких-то непонятных сайтах, заказывайте, оплачивайте, а то и потом сайт исчезает, или вам взамен ничего не присылают. Это такие вот самые массовые. А как не стать жертвой, ну, наверное, каждого вот из пересказанных вами? Ну, во-первых, если вам позвонили откуда-то и предложили купить или продать, никогда не называйте, ну,
карточку свою полностью целиком. Имеется в виду последние с обратной стороны цифры. По правилу, после названия этих цифр преступники вашу карточку подключают к своему телефону и уже ей сами управляют. Вот. Никогда не называйте коды, которые приходят вам смс-ками на телефон. Это тоже с помощью этих кодов помогают жулькам украсть деньги. Пользуйтесь проверенными сайтами, где уже интернет, имеют магазины. Что еще сказать? Завести отдельную карточку для таких купи-продай, где там будет определенная сумма, которую вы готовы пожертвовать, скажем так, если что. И, как правило, если вы меняете номер телефона, не поленитесь отключить его от вашей карточки. Как правило, это очень часто забывают. Мобильный телефон подключают, потом попользовались сим-картой, она вам не понравилась, вы взяли другую, или потеряли, или просто поменяли. Так карта осталась. Естественно, через какое-то время, у кого через полгода, у кого через год, она находит нового хозяина. Компания ее перепродает. Человек берет, оказывается, уже подключен мобильный банк. И начинает управлять вашей карточкой. Да, тоже такое бывает. Все время не часто, но происходит. А если вернуться к теме взлома страниц в соцсетях, как здесь себя обезопасить, если вдруг, допустим, старый пишет, мол, нужна помощь, нужны деньги. Если вы готовы помочь другу, не поленитесь, позвоните ему. Хотя бы так, правда ли ты мне? Если ты, то не вопрос, помогу. То сами понимаете. В случае мошенничества участились, я перепроверяю, ты ли это. А в случае контактного мошенничества, как вы сказали, потерпевшие, они видят и лица людей, и запоминают какие-то основные приметы. А вот в бесконтактном мошенничестве даже человека по ту сторону не видишь. Да. Как в таких случаях работает ваш отдел? Во-первых, желательно иметь образец голоса того человека, кто обманывает. Потом, конечный пункт – это куда осели деньги. Вот эти два момента совпадают, нам проще работать. Если одного из них нету, долго, нудно, удается доказать, что именно этот человек причастен, именно он получил выгоду от мошенничества. Если брать интересный случай из этого сегмента мошенничества, не то, что похвалиться, есть у нас небольшие победы. Допустим, буквально недавно ребята вернулись из другого региона, где прожили практически месяц, прежде чем все-таки нашли преступника и привезли его в Рязань для справедливого суда. Сейчас идет следствие, поэтому уж регион и фамилию мы оставим. Долго, нудно, побеждаем. Что он делал? Как? Звонил, представлялся, скажем так, небольшим начальником, просил, заказывал товар на большую сумму, по дороге просил денежки положить на один телефон, на другой, на третий. Приедешь, я товар тебе сразу буду покупать, зато я дам тебе то, что ты оплатил мне счета. Как правило, человек приезжал туда, где якобы его ждали, там были не в курсе, какие-то заказы делали и прочее. Звонки были из другого региона, издалека. А все-таки вот так, может быть, тоже в процентном соотношении, как и с контактными, приведете? Приведу, конечно. С этим проблема у нас серьезная. Все-таки это сложнее. Тут нам пока особо похвастаться нечем. Скажем так, одно из 10 преступлений мы пока можем раскрывать. Мы не стоим на месте, тоже работаем, учимся. На своих ошибках, на ошибках других, на положительном опыте коллег других регионов. Так что, я думаю, поправим это положение. А не бывало случаев, когда мошенник обманул один раз и на этом остановился, или они хотят все больше, больше и больше? Я думаю, бывало. Мне и неизвестно. Как правило, если у человека почувствовал вкус легких денег, он почему-то не останавливается, продолжает. Что делать, если стали жертвой, если человек стал жертвой мошенников? Куда ему обращаться, куда идти? Один вариант. Полиция. Никто другой этим не занимается, только мы. Можно обратиться в любое отделение полиции? Да, в любое отделение полиции. Дмитрий Борисович, спасибо, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире.